Jestli jí nedou moskyto, tak možná tedy za moskyto. Možná se mě vyprotí. Do moskyto nemá. Mě vůbec nevrátili na to, že to bylo. Bohy mě mě se kota. Musí jíst moskyt prostě vzít. Kontovskou honor hodu. Vyčerné stvo. No tu dvě. Kara čorová. No kara dvě čorová. Já šu byl. Ugněný, vidíme, že to je toho sama. No, a osobně. Ahoj, jdu. No, ahoj, jdu. Яд и лёд. Яд и лёд. Обычно огненный лёд. Ну да, чё раз, может и яд и лёд. Или огонь и лёд. Огненный лёд. Фейерверк. Или яд и лёд. Типа, святого граната. Будьте их в панике. В радиусе одного от фейерверка должно стрелять перед атакой. Блин, можно дать. Сколько этот фейерверк? Ну, недорого, значит, не эффект. Это вообще так. Роковой огонь. Залп роковой магнит. Уровень под 130-3. Где я могу? Просто. Еще раз на телтушку. Сампан. Вот все под 5. Прямого я забыл. Я забыл. А вот огненный вопсок. Какая-то огня защита будет. Ну такой огонь такой сильный. Я говорю, ну да, волшебный. Чё мой яд, блин? Ну а чем ядовитая стена тихо? Ну колдовской урон его полностью. Охот. Тройной. Но тут неизвестно. То есть, если там лед, огонь и еще что-то. Он показывает лед, огонь. Я тут. А тут. Огонь, лед и что-то еще. Ну тут какой-то архонский. Ну такая, да. У нас просто все вооруженные, что добавить. Это Элен можно добавить. 20, да. Психика себе. Здесь вообще что-то уже. Видимости от первого удара. Украшение первого удара. Это исцеление. Так
дополнительная защита набрала. Буря сокращен. Да нет, шо там же. Лёд огонь ещё. Да, ну, в общем, здесь спектр. Украшение там первого удара какие-то. Которые не вошли, например. Вот. Щит. Дать щит. Три тура и дать две каких-то, допустим, урона огнем. Что там урона огнем будет и считает. Шо? Шокирующий щит. Так. Ну это все остальное с того не носит. А вроде щит. Щит типа стрелят они в центр. Действительно. Типа такого этого. Ну щит по сути это вот этот. Вариант практически. Только тут шум. Огнем. Или такой черный синхрон, вот этот. Тоже похож. Сразу видно, что он ободок сильный, ну типа и энергия. Антисок и огонь. Ну, идеальный аватар еще правильный. Вот такой щит. Убирается, а потом производится. Твер. Ну, твер это защита духа. Дух. Легко. Два щита не нужно. Украшение. Арфа для очарования. Очарование. Вот тут. Некое. Это вопрос. Это такой щит. А можно было создать боевые искусства. Щит боевых искусств. Только ему видно, что вот этот полностью. Вот этот. Ну, чтобы было понятно, что он. Что вот такой щит. Боевый. Ну, это разный щит. А щит может быть один. Можно создать два щита, в зависимости от потребности. А тут щит будет фронтанами. То есть щит. И этот щит как бы тоже перебор. Но выгодно когда. Ну герой может сланга быть это. Вообще. Было искусство плюс 5. Типа он как так. То есть. Даже сказать меньшинство. А когда тех больше, то такой щит выше идет. Дистанционно сложнее пробиться и фронтально. Со фланга не хирургика. Плюс 5. Вообще это. Ну, то есть ребро 12 защита, то это сколько там? Уже 17. Ну, это только с фланга, все фронтально, ну вообще, да. 19. То есть.